борется с Россией, с ее с агрессией не только на поле боя. Наши военные, как видим, военные России, которые хотят освободить Российскую Федерацию от диктаторского режима Путина, но также и есть экономический фронт, очень серьезный. Седьмой пакет санкций. Давайте его обсудим. Еврокомиссия анонсировала его имплементацию уже в ближайшее время. Значит, из-за вторжения в Украину среди предложенных мер это эмбарго на золото и расширение запрета на экспорт технологий в Российскую Федерацию. Новыми санкциями предлагают запретить импорт российского золота и при этом усилить контроль над экспортом товаров двойного использования и передовых технологий. Также санкции Европейского Союза не коснутся торговли в сельскохозяйственной продукции, потому что между третьими странами и Россией будет продолжаться все равно деловая активность. Об этом подчеркнули Европейской комиссии Европейского Союза. Такой интересный седьмой пакет, который уже назвали не седьмым, а шестым с половиной. Почему так? Давайте поговорим с экономическим экспертом Олегом Пензиным. Олег, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, да. Шестой с половиной, да. Шестой с половиной. Но объясните, почему его таким назвали, шестым с половиной? Что это значит? Ну, в действительности он как бы не вносит ничего принципиально нового и тяжелого в, скажем, санкционное давление на Российскую Федерацию. Эмбарго на золото, которое как бы анонсировано, оно уже в какой-то степени ну, как бы существует в рамках других пакетов, и ограничение банковской системы, возможная блокировка банковских металлов, депонированных на счетах иностранных банков, уже и так достаточно серьезно ограничило возможности экспорта российского золота. Кроме всего прочего, да, пакет, но я бы не сказал, что он как бы совершенно беззубый, он вводит дополнительные адресные ограничения на те компании, которые активно помогали Российской Федерации выходить из-под санкций и как бы таким образом наказывая тех, кто ну, в какой-то степени позволяют Российской Федерации ослаблять санкционное давление. Кроме всего, правильно вы сказали о том, что он ужесточает контроль за поставкой Российскую Федерацию товаров двойного назначения. Так что ну, нельзя сказать его совершенно бесполезным. Но 6,5 это наиболее четко в данной ситуации. Ну, да. Чехи говорили, что газ вообще не приходится обсуждать. То есть я так понимаю, что мы в пролете с этим вопросом. Или есть какие-то перспективы? И насколько вот нам важно, чтобы... Ну давайте так, если не в седьмом, то уже вот анонсировали восьмой пакет санкций, который осенью будет обсуждаться. Там-то газ мы увидим. Насколько для нас это важно? Нет, смотрите, тогда, когда был принят шестой пакет, тогда сразу было несколько достаточно жестких заявлений со стороны европейских лидеров по поводу того, что газ обсуждаться в седьмом пакете не будет. Поэтому мы, собственно, и не ждали в седьмом пакете газа. Проблема заключается в том, что на сегодняшний момент глубина проникновения российского газа в европейскую экономику достаточно глубока. И на сегодняшний момент без газа... полностью отказавшись от него, Европа просто заморозит и свою промышленность, и собственных граждан. На это, естественно, никто пойти не может. Хотя сегодня мы уже с вами видим достаточно жесткую позицию, например, по Северному потоку Первому полностью прекращена поставка газа, при этом прикрывается все это Российская Федерация тем, что проводятся ремонтные работы. Тем не менее, вот подобная ситуация уже привела к тому, что еще более подскочила цена на газ в Евросоюзе. И за очень длительный период времени сегодня доля американского скрапленного газа, сжиженного газа, выше в структуре европейского баланса газа, чем Российская Федерация. Поэтому в этой ситуации, как бы, чем дальше будет, скажем, время двигаться, тем больше мы будем видеть постепенный отказ Европы от российского газа. Но для этого необходимо осуществить определенные действия, например, на постройку LNG-терминалов достаточно крупных. Во-вторых, диверсификация источников поставки газа на европейский континент. Естественно, это не делается в течение там, месяца, двух, трех, поэтому вряд ли мы даже в следующем пакете санкций увидим газ. Понятно. А предлагаю поговорить про Украину. Стало известно со слов премьер-министра Шмыгаля о том, что обсуждается сейчас активно с международными нашими партнерами вопрос предоставления Украине статуса
промышленного безвиза и таможенного безвиза. Можете объяснить по пунктам, что это значит и почему это важно для экономики Украины? Ну, смотрите, когда мы говорим о таможенном безвизе, мы говорим с вами о механизме предоставления, собственно, лицензии на продвижение украинского транспорта. То есть мы уходим с вами на сегодняшний момент от разрешительных систем, связанных с движением украинского грузового транспорта территории Европы. У нас в действительности всегда достаточно много в этом вопросе возникало проблем, и количество предлагаемых лицензий всегда было, ну, скажем, таким, что где-то к сентябрю-октябрю украинские транспортные компании просто останавливались. Когда мы говорим с вами о промышленном безвизе, мы должны понимать, что речь идет о оценках соответствия и о том, чтобы достаточно быстро и легко принимать те товары, которые производятся в Украине, в Евросоюзе без дополнительных требований проведения экспертной экспертизы и оценок соответствия. То есть все эти вещи, они как бы являются теми шагами, которые осуществляет Украина, идя в Евросоюз. И статус кандидатов в члены Евросоюза, те действия, которые сегодня предпринимаются, естественно, приближают нас к процессу полного вхождения в это, скажем, сообщество государств. Олег, а можно тебе вот, ну, так более даже на бытовом языке объяснить? То есть это получается новая возможность для предпринимателей, правильно? Доставлять свою продукцию, да, в конечно, Европу. Естественно. Дешевле, да, быстрее. Естественно, да. Угу. Да, естественно. То есть речь идет о том, что любые действия, ослабляющие контроль в передвижении товаров и капиталов из Украины в Евросоюз, они значительно облегчают работу украинского бизнеса с точки зрения, скажем, нахождения альтернативных источников, скажем, рынка для своих, для собственных производств, рынка капитала. То есть в данной ситуации мы должны понимать, что любые ослабления, скажем, тех ограничений, которые имеет на сегодняшний момент Евросоюз по отношению к странам неевропейского сообщества, они, естественно, улучшают экономический климат в Украине и инвестиционный климат. Это огромный плюс, и мы надеемся, что Украина окончательно преодолеет все эти барьеры, которые есть. Кстати, по аграрной продукции до конца года мы практически полностью имеем без каких бы то ни было квотные барьеры. Так что есть достаточно серьезные моменты, связанные с тем, что Украина все ближе и ближе к европейскому рынку. Ну да, если учитывать, что около 600 миллионов долларов только Украина потеряла на экспорте зерна, речь шла о таких цифрах на той неделе, по крайней мере, от наших органов власти. Будем надеяться, что эти вопросы уладятся. Нет, смотрите, мы надеемся, что Украина достаточно быстро все это возместит, поэтому, да. Олег, как только будут открыты порты Черного моря, я думаю, что все будет нормально. Ждем этого. Я хочу все-таки вас о 8-м грядущем пакете санкций спросить. Понятно, что, возможно, с одной стороны, рановато говорить об этом, но, тем не менее, в Европейской комиссии говорят об этом. Марош Шефчович проанонсировал, это как раз заместитель председателя Европейской комиссии, что осенью продолжится работа над 8-м пакетом, так называемым. Значит, о чем идет речь? Значит, будет адаптация правил Европейского Союза к предложенным ограничениям, среди прочего, странами группы 7. И вот что важно прозвучало от зампреда Европейской комиссии, он сказал следующее: мы не будем заложниками Кремля по энергетическим вопросам. То есть так, ну, довольно декларативно. Что бы вы хотели увидеть в этом пакете санкций, 8-м так называемым, потому что вот про газ тоже они сказали, что будет координация действий в случае перебоев в поставках российского газа. Все понимают, что они готовятся к возможному шантажу от Кремля. Вот ваши комментарии, что там должно быть, чтобы процесс таки шел дальше? Ну, вы знаете, в любом случае, конечно, хотелось бы увидеть газ, хотя бы хоть в каком-то виде. Газ на сегодняшний момент – это тот продукт, который ежедневно приносит Российской Федерации при нормальном объеме поставок от 800 до 1 миллиарда долларов в день прибыли. Поэтому в этой ситуации, конечно, газ крайне важен для того, чтобы решить вопрос с санкционным давлением. Поэтому есть надежда, что в 8-м пакете будет или газ, или хотя бы хоть какая-то форма, скажем, альтернативных
решений, связанных с поставками российского газа в еврозону. Поэтому все-таки есть надежда, что в восьмом пакете... Смотрите, пятый пакет – это уголь, да, шестой пакет – это нефть, эмбарго на нефть. Ну, седьмой пакет планировался газ, было золото. Ну вот ждем все-таки, что в восьмом пакете будет газ. Олег, и как раз вот можно подытожить, вы перечислили все сферы, по которым нанесен экономический удар. Насколько все это вместе сильно повлияло на экономику России, насколько она сократилась уже и насколько сократится в ближайшем будущем? Ну, Россия — это большая страна с достаточно большими запасами полезных ископаемых, поэтому нужно четко понимать, что никоим образом санкционное давление не приведет к окончанию войны. Оно реально ослабляет российскую экономику, но у России остается возможности для ведения боевых действий в Украине. То есть нужно четко понимать вот именно этот момент. А на сегодняшний момент, да, уже мы видим и падение уровня жизни народа, и, кстати, впервые за очень длительный период времени, падение физических объемов добычи газа практически на 8-9%. РАО «Газпром» проинформировал. На сегодняшний момент мы имеем падение объемов добычи нефти. Достаточно серьезные проблемы ощущает сегодня российская инфраструктура, авиационный комплекс, автомобильный. Ну, уже видим на сегодняшний момент, что Российская Федерация в действительности достаточно серьезно, скажем, поддается воздействию европейских и не только европейских санкций. Но, опять же, еще раз говорю, не нужно почивать на лаврах. Однозначно мы понимаем, что санкции только ослабляют российскую экономику, а побеждает на фронте вооруженные силы Украины. Да, тут сомнений нет, с вами не поспоришь, но в любом случае будем на стороне нашей дипломатии, потому что им всяческая поддержка нужна, и надеемся, что в восьмом этом так называемом пакете санкций мы увидим вопрос газа, потому что осень, понятно, что это будут новые шантажи со стороны Кремля. Огромное вам спасибо, Олег Пензин, экономист, был с нами на